Надеюсь, это не перерастет в еще один конфликт, потому что вот такие конфликты, они просто снижают уровень доверия со стороны нашего политического руководства, со стороны нашего военных и пограничников к своим таджикским коллегам. То есть, если мы уже договорились, а через месяц и договоренности ничего не стоят, то зачем тогда опять встречаться и договариваться? Я думаю, что таки надо выполнять договоренности, надо следовать им, и надо уже быстрее решать этот вопрос.